в принципе, легко. Эй, вы! Послушайте, кто-нибудь! Подожди, вот тут у нас чувак есть. На что уставился, щенок? Че, это я щенок? Сейчас я... Вот ты вообще, что ты... Обнаглел, так, а я еще что такое у нас? Они убивают всех! Боже ты мой! Где это взял, щенок? Не надо так шутить. Дай сюда! Ну, забирай. Если сможешь. Конечно, смогу. Ой, блях, муха! Я удержал, чтобы пропустить. Моя ладошка и та лупила меня сильнее. Что-нибудь не так, желторотый? Боишься боли? Так, ну вот, пожалуйста, про что я и говорил. Ой. Слава! Сейчас, секунду. Вот так, что-нибудь не так, желторотый? Боишься боли? Моя матушка и та лупила меня сильнее. Опа. Давай. Че, слабо? Вау! Да чтоб тебя! Даже чтоб тебя! Да чтоб тебя! Реально, смотрите-ка! Какие... Ничего, сейчас мы это исправим. Повезло тебе, щенок! А защищаться-то умеешь? Тихо, надо индикатор сделать противника жёлтым, чтобы идеально парировать, чтобы закрепиться за камушком. Конечно, кому как не тебе разбираться в старине! А ну повтори! Давай, пожалуйста! Я уже все сказал! Жми, жми, жми! Е-е-е! Давай, что ты делаешь? Бах! 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 Давай, давай, е, чтобы... совершить что-то там. Классное, что какое-то действие какое-то идеальное парирование. Давай. Давай. Вот желтый был значок, только что я так понимаю, да? Ну, сохраниловка была. Зависай, пожалуйста, прошу тебя. Жми, 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 жми. Я тут мышку уже прожал все. Да, отлично. Отдай мои часы. Хоть что-то. Иди себе дальше, старый пень. Рисуй. Тут, там, везде. Я про твои каракули по всем стенам. А где? А ну идем, щенок. Убери от меня руки. Смотри сюда. Ты чего? Вглядись. А ну, вглядись. Да ёб твою, посмотрите, что происходит. Ладно, сейчас мы закончим и исправим. Лаги, лаги. Что это? Послание прошлого. Я облазил половину тюрем в Париже, чтобы найти их. Как тебя звать? Арно. Арно Виктор Дориан. Дориан. Да. Я Пьер Галек. Друг Шарля. Ну, конечно.
убит в Версале. Когда? 76-й? Кажется, в декабре, без свидетелей. Откуда? Твой отец был ассасином. Свобода. Он отдал жизнь за свободу. Держись рядом. Если доживешь, вступишь в братство. Почтишь память отца. Все это невероятно увлекательно, не сомневаюсь. Но мне не до того. Мне срочно надо найти Элизу. И ты хочешь искать ее здесь? Что там творится? Народ бунтует. Гляди в оба, возможно, нам удастся сбежать. Пушки палят? Для нас гром канонады предвестник свободы. Никого не выпускай. Не отставай. Обязательно. Так, ну что? Эх. Или ты решил гнить тут до конца жизни? А где ты? Я тебя не вижу, ёпотово, иди. Живей, щенок, стражем! А, все, понял. Эй, вы живо лицом к стене. По какому праву? Говори уже не к добру это. Тихо! Стоять! Эй, вы живо лицом к стене. Да чё это такое вообще, ёп... Блин, как всё коряво-то получилось. Реально, ну посмотрите, ну что это такое было? Я... Я бахни его. Тупо реально. Так, пора выбираться отсюда. Подожди, а блин, обыскать там можно было же. Быстрее беги, а то реально. Преуспеваю. Что надо сделать? Для чего? Я даже не успел прочитать. А, защищать надо. Баба, сабли. На ему, блин, ну ладно, нормально. Берет замок открыт? Ну, почти. У нас проблема. Ты офигел, что ли? Так реши ее. Ты на месте стоишь. Че там F надо было нажать? Конечно. А, все, я понял, зачем. Жми, 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 ешку. Ешку. Конечно, спешить-то некуда. Куда он побежал? Ну ладно, давайте. Я подожду. Быстрее, быстрее. Трудище надо. Мыло. Круто. Лекарство максимум. Так, а вот тут что у нас? А, какие-то боеприпасы, что ли? Ну долго еще? Ой. Я подошел. Офигенно. Быть того не может. Как посмотреть других? Есть! Со мной, щенок! Ты сам ты щенок. Да? А, в окно. Быстро! Пока они заняты толпой. Давай.
давай с тобой, быстрый чувак. Да что ж ты будешь делать-то? Сюда! Огонь, черт вас дери! Остановить пленника! Стой! Иди сюда! А нет, ты такой человек! Так, нет! Ух ты, ёпта! Давайте, избежать меня! А как залечить себя и себя залечить? Стоять! Расторопие! Как, слушайте, ребят, скажите, как делать? Подождите. Стоп, чё? Блях, муха. Ладно, бывает. Ладно, давайте еще раз попробуем, что я не понял. Надо... Не с самого начала, пожалуйста. Да чтоб тебя, а? Что ж ты делаешь-то? Чтобы тут можно... Сюда! Огонь, черт подери! Остановить пленников! Эй, вам стой, не откуда бежать! По камеру! Так, кто а тут с оружием меня палит? Давайте, бежать некуда! Вот этот, да? Да, они все с оружием. Стоять, стоять! Стоять! Сдохнешь! Как оружие! Ой, чё так мало ему урона нанес? Давай больше. Во-во, идеальное парирование было, бля. Пропустил. Ну-ка, давай, чё с ним делать? Куда теперь? Отлично. А вниз потом как? Стоп, подожди. А, легенда, так. А, параметры. Управление. А, так, не управление, а, по-моему, настройки управления. Вот это вперед, влево, бег, прыгнуть, прыжок, атака, взаимодействие. А, бросить бомбу, использовать лекарство. А, стоп. Ну, чё за... Во, все, давай. Я ничего не понял, что произошло. Не будем задерживаться. Быстро! Да иду, иду, подожди. Пилюльки-то похавать надо было. Я сдаюсь! Сдаюсь! Кто сдается? Я а, стоп, 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 стоп. Нам надо идти вон туда. Иду, иду, иду. И чего ты застрял, щенок? Пора вниз. Что? Совсем из ума в тюрьме вышел, старик? Нет, я его пропил и давно. Живо сюда! Не могу, это невозможно! Невозможно! Это вызов любому ассасину! Ты сначала покажи, что ты, блин. Когда поджилки не будут трястись, приходи. Пригодишься. Прощай, щенок! Ты, отойди от края! Черт! Полетел. Он в воду шел прыгнул, я не понял, ничего. Что представил? Я уж, блин, давно в игру влился. Ну ладно. Ну, не влился, конечно, еще не до конца, но. Уже целый час, наверное, играю. Блин, только начался, офигеть. Вообще бывает такой любимый момент, когда первая глава там какая-нибудь. Особенно если игра очень заинтересовала. Ну, на данный момент меня вообще Ассасина не интересует. То есть, вот я не скажу, что это моя любимая игра, в основном.
претендент на любимую игру, точнее, является... Точнее, любимая игра другая. Другие. Элиза? Холодный прием. Нужно быть начеку. Особенно сейчас. Особенно сейчас. Элиза, я... Вот как ты отплатил отцу за доброту. Элиза, прошу. Я не убивал месье де Лассера. Твой отец был не тем, кем хотел казаться. Да и мой отец тоже. Я прекрасно знаю, кем был мой отец. И кем был твой. Наверное, это судьба. Ты ассасин. Я тамплиер. Ты? Ты удивлен? Отец хотел, чтобы я шла по его стопам. Теперь мне осталась лишь месть. Клянусь, я не виновен в его смерти. Это не так. Нет. Нет! Жизнью клянусь, это не я! Это... Письмо, адресованное отцу в день его смерти. Читай. Магистр де Лассер, мои люди сообщили, что в нашем ордене против вас зреет заговор. Прошу вас, не теряйте бдительности на посвящении. Не верьте никому, даже тем, кого считаете друзьями. Да хранит вас отец понимания. Эл. Нашла на полу в кабинете отца. Нераскрытым. Я не знал. И отец тоже. Откуда мне было знать? Уйди. Прошу. Сити район. Какие долгоиграющие часы. Что это такое, черт побери? Эх, так, ну для нас теперь Париж открыт. Так, круто. Воспоминание завершено. Ну ладно, здорово. Так, а что тут у нас написано? Заблокирована запись в базе данных. Что такое? Ой, что это? А чё с картой-то? Так, ладно. Доступ в базу данных. О! Единственная дочь, значит, Элиза да Лассер. Франсуа и Жули де Лассер. Элиза выросла в небогатой, но чрезвычайно привилегированной семье. Аристократы на закате старого режима имели лучших учителей. Лекарства и пищу.
Так, после смерти матери в 1878 году Элиза много путешествовала, значит, провела несколько лет в Париже. Видимо, в это время ее ударно тренировали, промывали мозги, да, тамплиеры. Наверное, приятно тренироваться на французской ривьере. Я вот тренировался в сарае в Уверхамптоне. Ну и словечки, ладно. Так. После смерти отца записи плавания прерываются. И так, благодаря тамплиерам... Они так мастерски стирают историю. Сталин бы позавидовал. Ну, конечно, как тут без русских, да, Сталин.